Очередная сессия Народного собрания Дагестана состоится 28 марта. Дату определили на заседании президиума под руководством спикера парламента Заура Аскендерова. Одним из вопросов повестки сессии станет отчет об итогах деятельности Министерства внутренних дел по Республике Дагестан за 2023 год. Всего парламентарии рассмотрят 25 вопросов, часть из них во втором и окончательном чтениях. Среди них законопроект, предусматривающий освобождение от налога на имущество газораспределительные станции.